Всем привет. Вот. Маленький момент такой. Пока шкерил рыбу, вот, удочку оставил, приподнял немного до дна, метров на 10. И настоящую удочку пошла поклевка. Причем такая мощная. Не знаю, что там. Сейчас будем смотреть. Но пока идет очень тяжело. Катушка еле-еле крутит. 70 метров. Осталось. 70 метров. Да, зажимает у Олега хорошо. Настоящую, это значит не багренная рыба была, значит. Это она сама взяла. Сейчас посмотрим. Как ощущения, Олег Викторович? Хорошие. Сколько там осталось-то по вашему? 4 метра. Вон она. Слушай, их там у тебя две. И дуплет опять. Вот, ну одна-то маленькая, а одна, слушай, здоровенная. Пять за десяточку. Тихо, тихо, тихо. Вот смешно будет, если у тебя крупная это уйдет. Да, маленькая занялся. Крупная раз уйдет. Ну да, она там чуть-чуть, слушай, еле-еле. А, не, она там еще и тройником села. Слушай, это серьезно? Это на победу, да? Да, вот такая вот трещинка. Две штуки сами взялись, без всяких, самец. Ну вот как-то так она так... ж больше тебя, Олег Викторович. Да. Пока шкерился, вот такую рыбу поймал. Так что улыбнись. Все, всем пока.